если бы в каждой устрице ныряльщик находил жемчужину. Тогда всякий человек быстро разбогател. Если бы ныряльщик тотчас добывал жемчужину, и волны не вели бы его, и акулы не встречали бы его, не надо было бы ему задерживать дыхание до такой степени, что он задыхался, и не был бы он лишен свежего воздуха, который доступен всем, и не сходил бы в глубину, тогда чаще, чем ударяет молния, и в изобилии попадались бы жемчужины.